нравится, правая ее немножко придерживает. Три. Скидываем руки. Переносим вес на правую ножку. Вместе с этим у нас работают руки. Руки делают. Скинули. Пум. Правая лежит на левой, левая прямая. А на правой руке указательный пальчик поддерживает наш подбородок. Пум. Далее мы скидываем руки. И идем небольшими шажочками почти на месте. Раз, два, три, четыре. Вместе с этим работают руки. На первые два шага два указательных пальчика бьют друг об друга. Раз, два. Далее ручка у нас подходит немного ко рту. Мы делаем последние два шага. Раз, два. Далее небольшими подскоками мы будем немножко убегать вперед. Раз, два, три, четыре. Вместе с этим работают руки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Оставляем левую ножку. Бьем указательным пальчиком. Опять левая — это опора для правой. Указательным пальчиком указываем на губы. Делаем раз, два, три. Далее. Подставляем правую ножку к левой и делаем два замаха. Раз, два. Немножко добавляем бедро. Раз, два. Вместе с этим у нас работает рука правая. Она делает два кружочка назад. Раз, два. Раз, два. Далее мы раскатываем на правую ножку пум. Делаем удар левой. Пум. Наскакиваем на левую и переносим правую обратно. Вместе с этим работают руки. Мы сделали раз, два. Ручки на уровне талии, кисти чуть-чуть расслаблены. Мы делаем раз и два. Хлопок. Поставили, вернули руки. Далее. Мы будем правой ножкой бить вперед. Раз, два, три. Три удара вперед. Чтобы сделать такой удар, нам нужно перевести вес на левую ножку и правую вывести вперед. Пум. Вернули вес на правую ножку. Пум на левую, на правую, на левую. Вместе с этим у нас работают руки. Они у нас были на уровне талии. Делаем раз, два, три. На второй удар ручки буду делать пум. Раз, два, пум, три. И на третий удар мы сделаем удар. Поставили ножку, вывели левую ручку в диагональ. Итак, раз, два, три. Пум. Далее мы будем подставлять правую ножку к левой. Пум. Левая ручка у нас обводит. Нас гладит по поднять. Так. Далее. Левая ножка подставляется. Правая ножка. Сухо. Далее. Правая ножка у нас подставляется к левой. И вместе с этим левая рука гладит по волосам. Раз. И правая тоже. Пум. Далее, ноги будут работать следующим образом. Правая ножка у нас была согнута в колене и поставлена на носочек. Она будет делать раз, два. Вместе с этим работают руки. В таком положении они выходят вперед. Раз, два. Далее. Через низ мы переносим ручки в правую сторону и сами поворачиваемся туда же. Далее мы будем бить руками. Раз, два, три, четыре. Вместе с этим работают руки. Правая нога будет выводиться вперед и делать раз, два. Раз, два. Далее, когда мы заводим руки за голову, мы подставляем правую ножку и делаем бедрами небольшой кружок. Раз, два, три.
Два удара.